Добрый день, меня зовут Галина. Я в самом городе Москве представляю Северо-Кавказский регион. Я из города Пятигорска. У нас район горнолыжных курортов, при Эльбрусе, Домбай. Я в этом году тоже занялась этим видом спорта и, в принципе, поняла, что это довольно-таки травмоопасно. Поэтому у меня такой вопрос. При небольших ушибах, растяжениях, при падениях, вот именно при суставных таких вот болях, стоит ли пользоваться разогревающими мазями? Или вроде как вот сейчас это не советуют. И подскажите тогда, пожалуйста, какая экстренная помощь в таких ситуациях?